Друзья, всем большой привет. Ну что тут продолжается? Продолжается бесило, иначе это не назвать, друзья. У Бонечки появился новый друг. Бонечка, если кто не знает, это наше шимпанзе. Вот, а это Ив. Ив, это кис-кун. Теперь они постоянно, видите, тусуются вместе. У них тут какие-то игры регулярные. В общем, во всяком случае, не скучно. И Боньке хорошо, и Иву хорошо. Вот такая вот замечательная дружба. Только что прыгали. Боньке, иди сюда. О, только что прыгали, бегали, тут носились, как эти, я не знаю, как кенгуру. Непонятно, кто за кем сейчас ухаживает, кто что делает. Вот, в общем, Боня, видите, пытается что-то там Иву показать, Ив что-то пытается показать. Вот так вот, ребята, проводим наши дни, совсем не скучно. Всем желаем хорошего настроения. Заходите к нам, друзья, почаще, у нас весело.